Всем привет! Сегодня готовим домашний разрыхлитель. Вот такой для теста. Готовится очень просто, работает в тесте очень хорошо. Всем советую его сделать. Сейчас покажу, как я его делала. Сначала подготовлю ингредиенты. Просею муку. Теперь берем баночку. Обязательно, чтобы она была сухая. Это обязательно. И начинаем насыпать наши ингредиенты. Мука 12 ложек. Я вот так выравниваю, чтобы было все точно. Все обязательно просеять. 2, 3 и 12. Дальше лимонная кислота. У меня вот такая обычная, она должна быть мелкая. Если у вас крупные кристаллики лимонной кислоты, перемолите их в кофемолке. Так. 1, 2, 3. Все. И сода. Соды нам нужно 5 ложек. 1 и 5. Закрываем крышкой. И вот так, как следует, все перемешиваем. Клеим этикеточку обязательно, потому что сегодня помню, завтра не помню, что в баночке. И все. И храним вот эту красоту в темном сухом месте. Срок хранения не ограничен. Использовать эту смесь нужно по пропорциям, так же, как в рецепте написано разрыхлитель. То есть, если 10 грамм разрыхлителя или там чайная ложка разрыхлителя, точно так же вот этого всего чайная ложка. Значит, почему не сода? Почему не сода? Потому что сода, если ее не гасить, дает привкус в изделии, а если ее погасить кислотой, то вся реакция проходит уже в ложке в нашей, и потом в тесте сода уже не работает. А вот этот разрыхлитель домашний, он начинает работать именно в тесте. Ну и почему не магазинный? Магазинный, конечно, работает хорошо, разрыхлитель. Но здесь мы зато точно знаем, что туда положили. Что там еще в магазинах, совершенно неизвестно. Кстати, в эту баночку можно положить кусочек сахара, который будет впитывать лишнюю влагу, и периодически его менять. Сейчас у меня его просто нет, попозже положу. Вот и все, все готово. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!